Самарской области пересмотрели стандарт стоимости коммунальных услуг. Именно он лежит в основе расчетов пособий по ЖКХ для малоимущих. Тема стала одной из главных на заседании правительства региона. Показатель потребовал корректировки не случайно. В июле у многих жителей губернии плата за коммуналку стала меньше. Снижение заметили в основном те, кто живет в районах и у кого установлены все счетчики. Те, у кого приборов учета нет, наоборот, получили платежки с большими суммами. Исполняющий обязанности главы правительства Виктор Кудряшов дал поручение усилить информационную работу. Больше объяснять людям, когда коммунальщики имеют право выставлять повышенный коэффициент. И как готовить документы, на основе которых плату за ЖКУ можно значительно снизить. Вот эта информация уже людям полезна. Да, отдельные ресурсы, составляющие организацию, эту работу начали, но это не является массовым. И, соответственно, когда у людей нет информации, вместо положительного эффекта, которому правительство, в принципе, приложило усилия, да, и на самом деле мы можем его обеспечить благодаря нашим принятым решениям по нормативам, по тарифам, да, мы можем получить там, отрицательную реакцию.